Прохождение этой игры. Только Сега. Первая игра на сегодня — баскетбол. Да не простой, а от компании Williams и Midway, которые, кстати, выпустили в свет небезызвестный МК. Вообще, немного я не понимаю оформителей обложки этой игры. На наклейке картриджа гордо красовалась надпись NBA Jam. Но содержание картриджа названию не соответствует вообще. Игра называется Hang Time. Но в остальном, по-моему, это все тот же баскетбол. Так что давайте поговорим об этой игре. Здесь присутствуют все команды Национальной баскетбольной лиги, так что выбирайте и играйте. Оригинальная находка программистов — это увеличение играбельности за счет сокращения количества игроков. Поясняю. На поле от команды остались лишь два игрока. Согласитесь, что беготня всей команды по полю смотрится в игре невразумительно, а двое — это самое то, тем более, что их невозможно перепутать. В игре сохранены все правила и возможности нормального баскетбола. Также добавлены те примочки, которые в настоящем баскетболе увидишь редко. Например, джемы, то есть наикрасивейшие и супервыпендрежные забивания голов. Представьте, как игрок подлетает к кольцу, сделав при этом три сальто, в полете ловит перепасованный мяч и со смаком забивает его в корзину. Класс! Если вы подряд забили несколько мячей, то сначала ваш мяч задымится, а потом загорится. Но и это еще не все. Если вы этот мяч забросите в корзину противника, то она просто-напросто сгорит. Перед матчем появляется что-то наподобие versus экрана из МК. И там надо набрать комбинацию из трех цифр. Иногда вы можете вместо игры в спортзале переместиться на крышу дома и там погонять мяч. Почему иногда? Да потому что эти коды постоянно меняются и на них попадаешь случайным образом. Так что играть вам будет интересно. Следующая игра под названием Lanos из категории боевиков. Завязка игры обычная. Землю опять захватили пришельцы. Вы, то есть главный герой, пилот военного робота, и, естественно, вас высылают одного на борьбу с инопланетными захватчиками. У вас на вооружении антигравитационный костюм, то есть вы можете летать, и пушки разного калибра. В целом, игра не очень интересная, но она была произведена в 1990 году, практически в первый год существования Sega. Так что игра эта хороша для проведения за ней времени долгими зимними вечерами. Последняя на сегодня игра — Wolf Child, то есть Волчонок. К сожалению, она не имеет никакого отношения к одноименному фильму с участием Майкла Фокса. Эта игра — типичный боевик, кстати, имеющая нечто общее с игрой на Денди Werewolf — Оборотень. Если вы помните, в этой игре главный герой — человек-оборотень, который может превращаться в волка. В данной игре та же идея. Человек может превращаться в волка, только если соберет определенное количество предметов. Естественно, играть за волка гораздо приятнее, он вооружен энергетическими сферами, которые разбрасывает направо и налево. Обычно же человек вооружен только кулаками, но, кстати говоря, это далеко не слабое оружие. Цель игры неизвестна. Волчонок бегает по джунглям, по базам и ломает роботов и боссов. Боссы не очень сложные. Например, на первом уровне это крылатое существо, похожее на ангела, но действующее отнюдь не ангельскими методами. Второй босс — зеленая креветка, тоже несложный, но слишком нудный босс.